Здравствуйте, девчонки. Я вернулся из Тюмени. И теперь начнется новая власть, новая династия. Ваш король какашек вернулся. Я буду управлять этим миром. И этим кораблем. И вами, в принципе, всеми тоже. Не спрашивайте меня, что я делал в Тюмени. Меня просто туда унитазом смыло. Но теперь я сюда вернулся, на этот корабль. И я буду править этой вселенной. Будут мои подданные. Вы все будете в моей власти. Слушайтесь нового короля. Слушай, Лера, если ты хочешь нормально начать разговаривать, разговаривай нормально, а не стани здесь. Кого? А пока только так, а нормально разговаривать буду тогда, когда 8 миллионов подписчиков на канале будет. Ага, ты посмотрите, жопа какая хитрая. Ну так если... Так подписчики все знают, что ты на 8 миллионов начнешь разговаривать. Чё ты сейчас ходишь мычишь? Иди обратно сядь. Мы здесь собрались сегодня, чтобы поприветствовать Чпунька, который вернулся с двухнедельного отпуска из Тюмени. Чпуньк, мы реально уже по тебе здесь соскучились. И чем... Спаси меня, пожалуйста, потому что я не могу находиться в одной комнате с картошкой и карасем. Ты бы видел, что происходило в прошлой серии, ты бы с ума сошел, честное слово. Теперь они в моей власти. Это хорошо, ты за ними следи, наш какашечный король. Да я что, виноват, что картошка странная? Да сам ты страшный. Да опять ты глухая. Да это ты глухой, не можешь различить странное от страшного. Да это ты вообще ничего не можешь различить. Я тебе говорю, что без тебя здесь жопа происходила, Чпуник. Поэтому вот это, да здравствует какашечный король. Ага, давайте, первый раунд. Пуньк вернулся. Лера уже начинает понемногу мычать. Это хорошо. Ненормальный опять банан, которого мы скоро вызовем скорую помощь. В принципе, все стало по своим местам. Самое главное, чтобы сегодня картошка с карасем не срались. Вот это самое главное. Опа! Мия точно не убийца, я это вижу. Задание и еще раз задание. Все мы прекрасно знаем то, что путь к успеху — это выполнять задание. Только что-то я как-то не видел что-то, чтобы кто-то заходил в эту комнату, чтобы двери... Трупачел! А кто туда зашел? Мия! Мия кокнулась! Это точно не Мия. Конечно, это не Мия, Чпунь, потому что Мия умерла, и мы с тобой видели, как Мия проходила задание в этом, в медпункте. Но, подожди, но она видела, как я проходил также задание в медпункте. А вот это, Чпуньк, я подтвердить не могу. Я видел то, что только Мия проходила, а то, что ты проходил, я не знаю. А потом закрылась дверь, возле которой был Костя, еще и Харей, ты вроде был? Я был в реакторе и выполнял задание. И ты это видел, потому что я забежал, в реакторе был ты. Он врет, я ничего не видел, он опять там фантазирует что-то. Так, а кто-то вообще заметил, что кто-то забежал в комнату с камерами до Мии? Мне почему-то кажется, что я синего видел, а, Лера? Выключите этот двигатель у этой тарантайки, вот она опять, уберите ее отсюда, опять мы бурлыкать начала. Лера, хочешь что-то сказать? Говори, не мычи. Я не знаю, кто это, поэтому я пока пропускаю. А кто побежал в комнату с Мией? Я вот этого не видел. Это, мне кажется, Чпуньк был или... А банан? Это, кстати, это реально мог быть банан ненормальный вот этот. Опять эпилепсия, банан? Ты витамины опять сегодня выпить забыл или чё? Не забывай таблетки по расписанию принимать, опять тебя в дурку заберут, банан. Так, задание. Бонан! Это Бонан 100%! Я только что видел, как он из люка выпрыгнул! И возле него еще Лерочка была тогда, получается... То, что они вместе убийцы, это Бонан. И, скорее всего, Лерочка. Я только что видел, как он из люка выпрыгнул, на котором стояла Лерочка. И потом сразу же выключился свет. Какой люк? Это Лера.
Она выполняет задание, я выхожу из задания, я тоже выполняю задание. Она держит что-то в руке, пропадает рука, и выключается свет, я бегу чинить свет. Просто заткнись. Все. Реально предлагаю его казнить. Я просто предлагаю его казнить только из-за того, что он в начале каждого раунда там какие-то гонки устраивает. Просто кикайте бананы. Ну я же видел, как он выпрыгнул из люка. А ты, Лерочка, что скажешь, а? Это Лера. Ага, Лера и банан. Я даже тебя не видела, я задание делала. Что-то как-то странно, Лерочка, да? То, что ты стояла на люке и смотрела почему-то на меня. А банан выпрыгнул из люка, и ты даже ничего не сделала, да, Лерочка? Ну ничего, 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 хорошо. Я на первый раз тебе поверю, на первый раз поверю. Но в этом следите за Лерой все, пожалуйста. Ага, ага. Ну, и чё интересного расскажешь? А ты чё, чпуньк, интересного расскажешь? Ничего, наверное, да, интересного рассказывать не будешь, потому что это чпуньк, походу, врубил вот эту вот утечку кислорода, поэтому чпуньк ничего рассказывать не будет. Ага. 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 Ну все понятно, картошка, все понятно. Только я тебя видеть на самом деле не очень хочу, потому что пока картошка там шпионит и все остальные выполняют задания, я сейчас опять взгляну на камеры, кто и где здесь находится. Лерочка бежит, ага, и за Лерочкой никого нет. Только Лерочка куда-то побежала, а там почему-то испарилась. И больше Лерочки нет. А если я не ошибаюсь, то сейчас Лерочка должна выйти отсюда. Это Лерочка! Она же не умеет через стены проходить! Я же в самом начале сказал, что это Лера и банан тогда получается! Бананы мы кокнули, осталось тогда только Лера! Иди, голосуй давай, картошки и дрить-то клати! Чё ты передо мной наши тетюшки? Так это не Лера и банан получается! Это получается Лера и картошка! Девчульки, это нехорошо одного мужика с двух сторон зажимать, а? Ёперный банан! А как ты из люка-то вылез у меня на глазах, или чё ты там делал? Все, шлагбаум, все, бензин кончился, банан, все, тихо, на стояночку отправляйся. Лера и картошка, ядреная калаврошка. Бензин закончился, помогите, не едет. Заправьте банана. Банан! Ну давай! Ну, господи, дайте я подтолкну. Давай, банан, я тебя толкаю. Давай. На нейтральную передачу ставь. Во! Завелась махина! Поехал, бананчик! У тебя сегодня еще очень много дел, которые надо выполнить. И у меня как бы тоже. Я и машина банан. Лучшее сочетание. А уже свет вырубил, банан? Так, ну чтобы меня не запалили, я тоже побегу и сделаю вид, что я пошел выключать свет. А то потом начнется вот это. Эдисон бежал в другую сторону, Эдисон бежал в другую сторону, знаю я вас. Здесь у нас, как я знаю, всегда тусуется Отомчик. Да, он всегда очень сильно любит на камерах позависать. Поэтому я сейчас... Спалил собака сутулая. Но ничего. Я сейчас за ним побегу и кокну его, если оттуда никто сейчас не... Хорошая работа, банан. Зажимаем его в одном месте и пердокаем прямо сейчас. И сейчас валим в люк. Давай, банан. Ага, первый пошел. Второй тоже пошел. А выпрыгну я
вот здесь. Меня же никто здесь не спалит, никто. Еще и тем более свет выключен. Поэтому я могу даже подождать, пока кто-то сюда подбежит. И вдруг, если у меня получится, кокнуть его прям через вот эту вот стеночку. Давай, 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 Лерочка. Ага, включай, включай свет, меня ба-ба-банан! И опять в люки, сматываемся к чертовой бабушке куда-то вот сюда, допустим. Все, и делаем вид, то, что мы все вот это время смотрели через камеры. Все, я вне подозрений. Ага. Короче, я просто на 1000000% уверен, что это Даша. Вот просто уверен. Это вот просто голосуйте за нее. Все, это она. Карась, так картошку уже убили давным-давно. А, ну тогда это ее подруга Лера. Вот, все. Тогда это Лера. Вот 100% Лера. Все, вот это она. Так Леру тоже как бы убили. Здесь ее нет рядом с нами. Тогда идите в жопу. Не знаю, кто это. Вот и все. Кто-то кого-то видел? Я бежал вот это чинить свет, но так и не добежал. Вы труп нашли. Господа, я вам всем сейчас предлагаю голосовать за Чпунька. Потому что его королевство вообще ни в какие рамки не идет с моим королевством демократии. Это что-то несусветное. Нам нужно убирать вот это королевство какашек. У нас вообще-то новое правило, новая жизнь, новая вселенная. Это у тебя какая-то... Подожди, так мы здесь не голосуем за выборы какого-то президента или королевства. Мы маньяка ищем, вы что здесь за вот это устроили? Теперь у нас тут выборы будут. Вот с кем, я с бананом всегда согласен. Даже вот, даже в том раунде, когда мы вас запердососили с бананом за 2 раундчика. А, Лерочка, как я тебя через заборчик кокнул, а? 4? Не, Лерочка, не 4, а профессионализм. Только я умею через стенки всех пердохать. А вы что 2 ненормальных опять делаете, а? Вот, Чпунь, вот знаешь что? Я предлагаю демократическое перемирие против читеров. Вот как считаешь, а? Я поддерживаю ваше предложение. Подпишем мирный договор. Подпишем. Слушайте, вы идите между своими королевствами, хоть друг другу там подписывайте все, что хотите, а? Но выборы мы здесь устраивать не будем. Выборы мы устраиваем только против предателей, ага? Все? Все согласны? Ну тогда давайте, 3-й раунд начинаем, да? Я сразу прыгаю в окно. Предателей не останется. Я ни в какое окно, Чпуньк, прыгать не буду. Я сейчас тебя туда... Я тебя сейчас обратно в Тюмень отправлю, ага. Все, давайте, 3-й раунд. Классен, зря быканул. Не, ну как бы... А чё? Я всегда не против. Фартит так фартит, я вам скажу. Пока там все кандидаты баллотируются в выборы нового президента Майнкрафта, или чё, за чё они там голосуют? За новую империю, за какашечное королевство? Я сейчас буду здесь всем по башке стучать в предыдущем раунде. А! Вот это! Чпуньк, ты выполняешь задание, а это значит то, что ты 100% не убийца. Какой молодец, вот это Чпуньк. Ой, извини, да, ну все, больше никто не увидит то, что ты не убийца, потому что я убийца, Чпуньк. Мия, пердохайся в люк. Давай сюда ко мне, залезай. Все, в чистоте да не в обиде, как говорится. А с другой стороны, че я прятаться-то буду? Я же нахожусь в сральнике, а это всегда мое как бы любимое место. И у меня такое сейчас ощущение, то что кто-то сейчас выйдет из этой вот комнаты, возможно, заметит труп. Его там, конечно, сложно заметить, но... Опа! Опа! А кто это, будущий покойник? Это кто? Ой! Картошка! Ну, я не знал. О! А вот и труп нашли. Интеллектуальные истории Отомчика начинаются прямо сейчас, в прямом эфире. Я шел себе спокойно, было что-то очень темно, вообще ничего не видел. Ну, короче, там иду, и такой какой-то вот угол был, или люк был.
или что это было. В общем, какой-то труп нашел, и все. Какой угол, Отомчик? Ну, там везде какие-то углы. Это стены. У стен есть углы. Где ты труп нашел? Скажи, пожалуйста. Ну, там где-то на полу лежал такой. Да понятно, что не в воздухе левитировал, Отомчик. Где? На какой части карты был труп? Ну, там где-то посередине. Чего посередине? Карты. Возле угла. Это Отомчик ядрить колотить. Он всегда наркоманит, честное слово. Труп возле угла на полу. Кто-то еще видел где-то какой-то труп? А что, я ничего не видел, ребят. Я не виновен. Вот давайте не надо на меня вину валить. Все, идите в жопу, короче. Справедливо. Голосуем за Херейда. Да. Ну а чё, как бы, Херейд, ты только что спалился. Ну чё вы за Херейда не проголосовали? Он же серый! Иди в жопу. Ой, смотри, обиделся, не обижайте, Херейд слишком чувствительный стал. Вот это близко бы, смерть подкралась незаметно. У меня аж сердечко на полсекунды остановилось. Господи, что Отомчик-то так подкрадывается, то что мы его даже не видели, да господи. Отомчика кокнули, карася кокнули, Лерочку вроде кокнули, нет, Лерочку не кокнули, фиг его знает. Но там, если я не ошибаюсь, еще пару человек осталось. Так, здесь никого по... Ага, никого, да? А кто это у нас тут такой красивенький Херейд прячется, да? За углом, поэтому я сейчас возьму, свет вырублю и кокну Херейда на вся... Ядрёный стучий, опять матрёшка, что ли? Фокус-покус. А тебя в детстве мама не учила то, что обманывать людей плохо, а? Это чё, чпуньк с бананом, что ли, научил, что ли? Ребят, это не по правилам, я предлагаю проголосовать за Костю. Вот кто-кто, он только что с Херейдом читы использовал. Я вот только что это увидел. В общем... Эд убил Херейда, ребята. Бедный Херейд, он таким молодым был. Все, что он сейчас говорит, ложь и провокация. Банан, ну ты же видел или не видел, я не знаю. Но мне кажется, это как он очень подозрительно себя вел, прям очень. То на шифте ходил, на кого всех смотрел, вот так заглядывал. Мне кажется, это он. Я Мия? Да, ты. А кто еще? То есть ты считаешь, что я убийца? Я сейчас все правильно понял? Да. Ну, мне нечего сказать. Вы делайте вот это свое решение, но я бы проголосовал за Банан. Он же все же всегда предатель получается, да, Банан? Заслуженно. Да это читерство! Это читерство! Это как? Это что за матрешка-то ядрить, колотить каждый раз? Херейд в Кости был или Костя в Херейда, там не разберешься. Это что за матрешки-то, а? Так, Мия, я тебе предлагаю... А, ну, японский рот, да я ж... Да я ещё даже не успел тебе помочь, ты уже банана кок... Не, ну, молодец. А я понял, она сейчас на меня валила, чтобы подозрения от себя отогнать и выиграть нам игру. Какая ты умница. Главное, чтобы сейчас Костечку запердохать, который читы использует. И тогда будет вообще просто фантастически. Ну, чини свой свет. Я тебе, Костя, даже помогу. Я хоть и убийца, но я тебе помогу. Свет починить только в комнате. Тебя закрою на пару секунд, жопа ты такая. Ну, Костечка у нас сегодня ремонтником будет. То свет починит,
кто реактор сейчас пойдет починит, а Миля, я все же надеюсь, где-то до его запердохает, только я Мию не... Вот она где... Давай, чините реактор с Лерочкой, чините! И сейчас, Костечка, спускайся, потанцуйте друг с другом, ага! Матрёшка, значит, Костя, да? Друг в друге, с этим, с Хрейдом! Вот все, что я могу сказать, вот я на тебя обиделся, серьезно, чуть ли что сразу серый. Вот все, я ухожу с этого корабля, я больше с вами играть не буду, все, до свидания. А еще идите в жопу. А я вот предлагаю сжечь ведьму, вот эту красную ведьму. Потому что все время вот эта красная ведьма становится убийцей. Каждый раз, даже Хирейд уже перестал быть убийцей. Я уверен, что здесь замешана черная магия. А черная магия — это ведьма. Подожди. То один раз вы меня в читах обвиняете, то другой раз вы меня в ведьмовстве обвиняете. Так вы сами-то определитесь, а? Куда? Чё вы меня толкаете? Так вот, куда? Сжечь ведьму. А вы вообще в курсе то, что я даже на костре почему-то не горю, а? Это черная магия. Черная маг, да. Я ведьма, ребята, я ведьма. Космос. Так определитесь, костер или открытый космос! За отмену крепостного права! Ура!